старейший казахстанский вуз, Национальный аграрный университет, отмечает свое 85-летие. Путевку в жизнь здесь получили десятки тысяч специалистов, которые трудятся во всех регионах нашей страны. Все, кто приходит сюда учиться, понимают, что зачастую трудиться придется далеко от городского комфорта. Если раньше сюда в основном поступали сельские ребята, то сейчас учится и городская молодежь. 40 лет назад диплом получил и Алихан Тойбаев. Я вижу, какие перемены сейчас. И современные техники, современные технологии, потом связь с зарубежными странами, зарубежными учебными заведениями. Это уже окно мира они открыли. Вся история аграрного – это история страны. Здесь, в студенческих аудиториях, хорошо чувствуется состояние экономики. Сейчас, отмечает ректор, почти все выпускники трудоустроены, а вуз получает благодарности за хорошую подготовку студентов. 100 крупных компаний с нами заключили договора. Наши студенты проводят производственные практики. Магистранты, докторанты проводят научно-исследовательских работ. Тимиржан Айтбаев – доктор сельхознаук, тоже выпускник аграрного. Посвятил себя науке, вывел новый сорт картофеля. Если обычным клубням сажается 3-4 тонны, то такими мини-клубнями 400-500 килограмм на 1 гектар. Это как раз и есть та самая интеграция между наукой, образованием и бизнесом. Так называемый золотой треугольник, который применяется во многих странах, он очень необходим и Казахстану, потому что на сегодняшний день технологии, техника меняется, можно сказать, каждый день, и они должны быть ориентированы на потребности бизнеса, на потребности производства. Скоро аграрный получит новый статус. Впрочем, трансформация вуза в исследовательский университет уже началась. Главное, считается, здесь найти общий язык с бизнесом и заставить аграрную науку приносить деньги. Гульнара Умарбекова, Абен Нарымбаев, 24 KZ, Алматы.